Спениш Медальйон, это сакатовский лук, японской компании ранний, 85-90 дней срок вегетации. То есть лук, опять же, тоже ранний лук не подходит для хранения. То есть у него фракция идет 8-9 сантиметров, фракция средняя. Ну, Спениш Медальйон знаем все, он уже лет 15 на рынке. В Украине. До этого его продавала компания «Алимат». Она, в принципе, сейчас продает этот лук. Мы разделили чуть-чуть прайсы с ними по Сакате. Поэтому, в принципе, с Спениш Медальйон было рассказывать не буду, его все знают. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.